Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылочка, маленькая, небольшая. Это у нас должен быть Орико крепление для проводов. Давайте посмотрим на него. Акция была, я опубликовал ее в телеграм-канале China Goodbye. Ссылка есть в описании, если вы хотите. То есть покупал я этот провод за 0,99 центов. Вот сегодня у нас 17 число, 17 августа. И сегодня, кстати, была опять же на него так, акция. Вот накладная, убираем ее сразу. Вот так это выглядит в коробочке, органайзер для проводов. Давайте откроем его и посмотрим поближе. Удобная такая коробочка сделана, как бы для людей, что ничего рвать не нужно. Вот, с этой стороны 3М клей. Как бы его достать? Орико, это если на случай кто из канала захочет себе еще купить такой, чтобы понимать, о чем вообще идет речь. Вот так это все выглядит. Вот, за 99 центов недавно было, она гнется. Вот, и давайте попробуем какой-нибудь кабель в нее засунуть. Взял проводков парочку и посмотрим, как оно вставляется. Отлично выстегивается, тоже отлично держит, тоже хорошо. Вот отличный хороший держатель, я им с удовольствием буду пользоваться. Осталось только придумать, куда его приклеить, где им пользоваться, где у меня больше всего проводов. Вот отличная штука. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, заходите на мой телеграм-канал, он, ссылка есть в описании, в комментарии будет. Все, всем спасибо за внимание, пока, ставьте лайк, подписывайтесь, goodbye и удачных покупок!